Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня я свой хобби-влог начинаю не в творческом уголке, а на кухне. Просто сейчас 3:35 утра. Я не смогла заснуть, на самом деле, такое со мной уже давно не случалось, но пес разбудил. Вот, и, в общем, не смогла заснуть. Хотя так-то все хорошо, просто вот он что-то шумел, и в итоге я проснулась, полежала и поняла, что заснуть у меня не получается. Вот. Ну и, соответственно, я пошла на кухню, заварила себе чай, хотя я вообще противница каких-либо ночных перекусов и тому подобное. Чай у меня, заварила в пакетике вот такой вот гранд. Он с базиликом и клубникой. Взяла раскраску «Тайны стихии». Я просто еще прихватила блокнот, в котором я записываю то, что по плану у меня. И вот «Тайны стихии» Виктории Дорофеевой у меня не задействованы в этом месяце. Решила полистать, посмотреть, что же я хочу раскрасить. Как вы знаете, мне иллюстрации здесь очень нравятся. Они такие уютные, красивые. Я здесь с удовольствием раскрашиваю. И, в принципе, я так думаю, что, наверное, в этом месяце будет вот эта иллюстрация. Я на нее давно посматриваю, но так или иначе потом делала выбор в пользу чего-нибудь еще. Мне еще нравится вот это, но, наверное, раскрашу ту, потому что она мне как-то больше соответствует. И здесь две кружки, а я все больше, знаете, как-то ассоциирую себя как в одиночестве. Мне это как-то нравится больше. А вот такая у меня иллюстрация раскрашена, она мне прям вообще зашла. Сколько вот я на нее смотрю, понимаю, что прям вот очень нравится, как получилось. Но мне вообще нравится раскрашивать грибы. Вот это у меня раскрашено. Получается, что сейчас каждый месяц я крашу здесь по одной иллюстрации. Такая вот у меня была еще раскрашена. Да, наверное, я все-таки буду ту красить. Сейчас я попью чай и приступлю. Я уже начала раскрашивать, пока пила чай. Собственно, у меня тут и чай, и морковка. Кстати, очень вкусная. Хотя с виду она мне не понравилась, пятерочки. И выбрать было почти не из чего. Но на вкус она классная. Раскрашивать я буду, как вы уже видите, мэджиками. Я, как водится, сочетаю два мэджика из Фикса и из, в общем, Коханурский, потому как они дополняют друг друга. В общем, сейчас я выпила кроволол. Немножко раздышусь и лягу. У меня такое бывает, что мне тяжело дышать, но это не в смысле, это не панические атаки, это немножко другое. Я примерно догадываюсь, от чего. В общем, в такой ситуации лучше посидеть. Хотя у меня первая мысль была пойти в зал немножко позаниматься, но это не лучшая идея.
поэтому лучше чуть-чуть посидеть. О, прям отлично зашло. Просто идеально. Вот. Ну, а потом уже пойду лягу. Не, ну, конечно, не факт, что прям станет легче, но если хотя бы спать захочу, будет отлично. Сидеть мне, в принципе, гораздо легче в такой ситуации. Ну, а там рассосется. А если бы еще пес на нервы не действовал, было бы вообще шикарно. Огонь я тоже буду раскрашивать мэджиками. Чай прям очень вкусный. Понравился, надо будет потом еще заказать. В принципе, сейчас у меня есть. А, можно воспользоваться тем, что я встала, и дооформить заказ. А то почему-то у меня на одном сайте, где я регулярно что-нибудь покупаю, почему-то у меня там карта оказалась не запомнилась. А я ее по памяти еще не запомнила. Точнее, как я когда ее сменила, я ее запомнила. Но поскольку она везде вроде как это, нет надобности. Господи, как мне пес достал это вообще. Действительно жалею, что не кастрировала. Так, вот это интересно. Я так предполагаю, что все-таки надо серым раскрашивать. А, ну кто не в курсе, просто у его подружки течка, поэтому он так на все реагирует. Так-то пес хороший, послушный. Я еще просто, ну, в теории должна буду поехать в Питер. А я как-то, ну не знаю, в этот раз не очень. Не то, что не хочу, просто я сейчас как начинаю думать, что собираться, ехать, потом дома порядок наводить и все такое. Тоже куча мыслей и да. Меня, наверное, многие бы не поняли, но я раньше прям всегда с удовольствием подрывалась. Сейчас я даже не знаю. Хотя я думаю, что, наверное, я отложу поездку где-нибудь на март. Ну, хотя по обстоятельствам. Так, мне еще нужно будет обычный серый карандаш и охра. Обычная. Ну что, буду раскрашивать тогда огонь. Ну тоже использую вот Magic. Реально этими карандашами я прям прикололась красить. Ну, в каких-то определенных раскрасках и ситуациях.
Это из фикса уже, но он немножко такой в красноту уходит. И, наверное, надо немножко желтого. Так, может быть, здесь побольше. У меня, в принципе, еще есть мэджики. Разные оттенки. Наверное, сюда придется желтый обычный добавлять. Мне не хочется вставать, тянуться за коробкой, где все мэджики лежат. Поэтому я сейчас отсюда возьму какой-нибудь желтый. А может быть, он у меня даже и здесь лежит. А, ну вот. Я думаю, этот вполне сойдет. Немножко так пройтись. А то здесь действительно слишком много красного, оранжевого. И, наверное, я достану еще берлинго металлик. Вот эту часть. Так, а вот интересно. Что это? Вот эту часть я понимаю, а вот эту? Ну ладно. Как пойму? Думаю, не так важно. Люблю красить все-таки в одном направлении, но мне кажется, тут никак по-другому. Свечки. Ну, одна свечка пусть, наверное, будет синяя. Раз я достала. Этот карандаш. Хотя с другой стороны, наверное, лучше бы было здесь им раскрасить. Ладно, сейчас посмотрим. Немножко здесь. А можно пройтись сверху еще вот этим. И вообще другой оттенок получится. Это уже коханур. Вот. А этот будет уже вот такой цвет. Общем, у меня сегодня такой ночной влог. Неожиданно. Я думаю, каким вот этот цветом. Может быть, кстати. А, ну, кот будет у меня, скорее всего, рыжий. И я думаю, можно закрасить здесь все зеленым. С другой стороны, я уж думаю, не проще было бы сухую пастель использовать. Наверное, лучше все тут в таком одном стиле. Тем более ковер с
судя по рисунку, фактурный. Но мне еще на самом деле пораскрашивать захотелось, хотя я и перед сном раскрашивала, но немножко другое. Ну, с другой стороны, ладно, я все равно собиралась вставать утром, снимать хобби-влог. Ну, сниму сейчас, посплю подольше. Встану, если сейчас не доделаю. Значит, как встану, дораскрашиваю. В принципе, это не проблема. Обязательно пройду здесь кахенуровским блендером. И думаю, что не только кахенуровским, но и от карандаша тоже, а потом и бумажной салфеткой для яркости. Даже, ну вот здесь я не совсем уверена, потому что в теории что-то здесь такое шероховатое должно быть. С другой стороны, огонь. Ну, в общем, это я решу в процессе. Продолжаю раскрашивать. Теперь у меня котейка. Здесь я сначала пройдусь мэджиками, а потом еще, наверное, тоже обычным карандашом. И я думаю, как желтым, так и коричневым. Но сначала Мэджик. Ну вот в красноту уходит и тот, и другой, но по-разному. Нет, все-таки и вообще я фикспрайсовские люблю больше, но в данном случае больше подходит именно кахенур. Не, ну в целом в конце возможно и либо там сепия, или черный, или какой-то коричневый карандаш еще будет для теней. Сегодня еще нужно там. Я люблю раскрашивать морских единорогов, сделать иллюстрацию на этот месяц, потому что я сначала делала должок с прошлого месяца, потому как в том даже в планы не внесла. Ну и там еще у нас будет совместное раскрашивание, наверное, несколько месяцев подряд. Мне кажется, до марта. Ну а продлевать вряд ли будем, потому что поднадоело на постоянку. Нет, раскраска очень хорошая, просто уже немного поднадоело. Мне даже вот уже какие-то зимние иллюстрации ловлю себе на мысли, что честно, что-то как-то уже все. Хотя в том году я не отмечаю Новый год. Хотя и в этот раз я своеобразна. Но в том году я, тем не менее, до апреля примерно раскрашивала. Ну вот, например, северная красота у меня до апреля была в планах. Ну а зимние, как минимум, по февраль включительно. Вот, сейчас я, конечно, не уверена. Но мне кажется, что Джону Бесфорд «Рождественские чудеса» я точно на следующий месяц не возьму. Уже
Она мне как-то не совсем нравится. А вот зимние и снежные раскраски, я их очень люблю, но не уверена. Хотя, может быть, возьму что-то на зимнюю тематику, что не задействовала в декабре и вот в январе. То, что даже не ставила в планы, потому что про них забыла. Так, ну что, надо брать еще другие карандаши. Тут я не знаю, какой будет цвет, хотя знаю. Едва нажимая, пройдусь вот этим коричневым. Для начала. А сверху пройдусь мэджиком из фикса, который вот в красноту уходит. Вот, да, вот этот. И получится как раз-таки нужный эффект. Потребовался мне серый, и взяла я Дервент. Вот это у меня что тут? Крэг Грин. Ну, кстати, сюда он даже лучше подойдет. Вот заполнять вот эти пространства. Да, что-то не раздышалась я пока. А может и правда сейчас пойти физической нагрузкой позаниматься? Ну, чем-нибудь не шумным. Ну, кстати, хорошо, может быть, кардио сделаю. Вот в сон меня уже клонит. Отлично. Теперь берлинга. Достала берлинга. Парочка карандашей у меня в другой раскраске лежат. Сейчас они мне там нужны. Но не страшно, я заменю здесь. Они мне, в принципе, здесь те же самые нужны, но ладно. Я их заменю. А, хотя нет, то, что мне нужно, по-моему, из нужных только один отсутствует. Вот это я не совсем поняла, что здесь изображено, поэтому закрашу-ка я одним цветом. Ну и потом, конечно же, пройдусь сверху другим карандашом, потому что это не тот оттенок, который сам по себе нужен. Я очень часто вот эти Берлинго Металлик использую там в паре с каким-то еще для получения нужных оттенков. Но вот второй он в другой раскраске. Я сейчас не потянусь туда. Ну, в общем, как-то так. Надо еще вот это вот сейчас дораскрашивать, выбрать какой-то оттенок и потом уже приступать к блендеру и тому подобному. Всяким затемнением. И, ну, тут работа еще минут на 15, мне кажется. А здесь вот я буду использовать
Ашановские карандаши, клей Yellow и Yellow Охра. Ну, в общем, то, что мне очень нравится. Скорее всего, да. Они здесь подойдут. Я, правда, опять же, не поняла, что это, поскольку я не поняла, что это. Я раскрашу вот этим. При любом раскладе это будет неплохо. Ну, результаты вы уже увидите завтра. В отчете за месяц. А это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, хороших интересных раскрасок, классной канцелярии. До скорой встречи. Всем пока-пока.